Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Послушайте, я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, 3 года там, ну, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал свою, ну, ничего такого нет. NATO was busted. Until I came along, I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. С его точки зрения, есть в этом какая-то логика. С точки зрения европейцев, логики никакой нет, а они хотели бы, чтобы Соединенные Штаты и дальше безвозмездно осуществляли вот какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО. Это их дела. Я-то считаю, что это вообще ни к чему уже смысла никакого нет. Смысл только один. Это инструмент внешней политики США.